Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил награды сотрудникам ЖКХ, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на объектах тепло- и энергоснабжения в Климовске. Почетные грамоты губернатора Московской области получили 65 человек. Это представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний округа. В ночь с 3 на 4 января из-за аварии на частной котельной десятки тысяч жителей остались без отопления. В зоне чрезвычайной ситуации оказалось 170 жилых домов и ряд социально значимых объектов. Жилищно-коммунальные службы региона объединились и организовали аварийно-спасательные бригады. На восстановительные работы теплосети отправились и люберецкие специалисты. Когда что-то серьезное происходит, наши друзья, наши соседи, мы всегда готовы прийти на помощь. И сегодня, конечно, уже март, это все происходило в январе, но всегда нужно не забывать говорить слова благодарности, спасибо. При такой аварии в такие короткие сроки удалось справиться с таким серьезным техногенным процессом.